Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, подписчицы, случайные зрители. Если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подпишитесь. И сегодня у нас обзор на тетраалгезид. Что это такое? Это средство в качестве таблеток, которое применяется против вездесущих ненужных водорослей. Не секрет, и все об этом, в принципе, знают, по крайней мере, опытные аквариумисты, то, что водоросли очень плохо и пагубно влияют как на растения в аквариуме, так и вообще на сам весь аквариум. Почему? Потому что полезные вещества, они также все вбирают, как и растения, как и рыбы, в принципе, как улитки. То есть водоросли оказывают негативное воздействие на аквариум, расходуя ценные питательные вещества. В принципе, из-за этого еще и замедляется рост растений. Из-за того, что водоросли разрастаются и находятся даже не то, что на стекле, на камнях, а и на самих растениях. Что это за средство? Содержит это средство высокоэффективное действующее вещество. Если говорить профессиональным языком, то это вещество называется монолинурон. Монолинурон, который устраняет даже самые-самые сильные водоросли. Сразу хочу сказать то, что это средство используют не в начальной стадии и даже не в той стадии, когда уже, в принципе, они начали хорошо разрастаться, а только при запущенном аквариуме, то есть когда водорослей уже очень-очень много. Причем это средство сохраняет жизнь аквариумным растениям, которые сильно заросли водорослями. То есть никакой беды с вашими растениями в аквариуме не случится. Это очень важно, особенно для тех аквариумов, которые именно зеленые аквариумы. С неончиками, как правило, с даниелорариумами, когда он такой больше цветник. Причем, чем еще хорошо это средство, то что оно не окрашивает воду. При соблюдении дозировки препарат безвреден для рыб, растений и микроорганизмов. То есть очень-очень-очень много плюсов и, в принципе, никаких минусов. Стоимость 195 рублей, как вы видите. Это очень-очень дешево. Плюс безопасное применение. При необходимости курс повторяют через 3-4 недели. Но давайте поговорим сначала о дозировке. Сразу еще хочется сказать о том, что дозировку, в принципе, хоть и рекомендуется повторить при неудаче, через 3-4 недели мы ни разу не повторяли. То есть у нас с первого раза, в принципе, результат был очень хороший. Это средство не жидкое, не как обычно бывает в капельках, что любит делать, в принципе, компания Tetra и Sierra, а в таблетках. В таких вот таблеточках. Давайте раскроем и посмотрим, как она выглядит. Вот так вот выглядит эта таблетка. Она такого синего цвета. Одна такая таблетка примерно на 20 литров аквариумной воды. Таблетку выпускают непосредственно в воду, желательно в те места, где нет растений. Ну, в силу своих особенностей. Пугаться, если она попала на растение, не стоит. При необходимости, как я сказал уже, курс повторяют только через почти месяц, 3-4 недели. При применении средства для борьбы с водорослями необходима вентиляция аквариума, чтобы обеспечить необходимое количество кислорода, уголь, торф или искусственные смолы. Ну, использование в системе фильтрации аквариума, в принципе, может происходить такая. В крайнем случае, делайте подмену. Вот, в принципе, и все, что я сегодня хотел сказать по поводу данного средства. Очень нужная вещь и в помощь вам. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч. До свидания.
Обязательно подпишитесь на наш канал.